Привет, дорогие подписчики и случайные зрители моего канала. Продолжаем играть в Айзека. Что, на чем я вообще остановился в прошлый раз? Я давно не играл в Айзека. Так, остановился я вот на чем. Предыдущая серия не записалась. Ну как, звук записался, но видео нет. Была тупо статическая картинка экрана. Это я очень расстроен, так как была очень эпичная карточка. Как видите, появились новые метки. Я убил сатану, убил барана, прошел комнату с боссами. Не знаю, как точно она называется. Комната испытаний, вот так вроде. Вообще было шикарно, были отличные темы, я не помню какие, но я там был убер, там боец. В какую комнату я не заходил, умирали все, абсолютно. А, точно, у меня была голова кошака, вот, которая испускала серу во всех направлениях. Просто так провел Азазеля, да, по комнате, все, мертвы все, и боссы, и мобы, и вообще все. Все, что можно убить, все умирает. Так, ну кроме Азазеля, Азазальника, прошу прощения, так. Что ж, я очень этим огорчился и не играл в Айзека, вот, ну не знаю, недели, ну, собственно, все новогодние праздники. Вообще, я в новогодние праздники практически не играл, отдыхал вообще от всего. Так, ну что же, даже не знаю, за кого играть, давайте рандом, давайте. И кто у нас выпадает? Ой, ребята, вы что? Ну давайте рискнем, почему бы и нет. Ладно. Вне зависимости от того, пройду я сегодня или нет, я эту запись выложу. Хотя, пройти шанс очень маленький, конечно же. Ой, видите, нас уже резанули. Конечно, я не играл 2, а то и 3 недели, да, даже 3. 3 недели я не играл в Айзека и, не знаю, скилл, которого и так не было, растерялся, ребята, растерялся. Так, ну что же, босс. Ну, нормально. Главное, что не привидение. Оно самый адовый босс из первых двух этажей, так сказать. Тихо. Ну, собственно, паучара уже готова. Так, красные сердца, конечно. Кормите нас красными сердцами. Дэмэйдж-ап это, в принципе, хорошо. Ну, я не вижу смысла особого идти туда, так что спускаемся вниз, ребята, спускаемся вниз. Да, вот так вот. Отталкивай, Айзека. Иди нафиг. Так, давайте. На первый день тут. Мы не видим карту, это плохо. Так. Хорошо. Бомбочка это хорошо. Ой, вот это плохие парни. А нет, перепутал вас с вашими белыми собратьями. Вот они адовые. А вы? Ну никто, по сути-то. Ну вот этот чуть не покоцал. Поэтому, пожалуйста, давай сливайся. Как прикольная чернота за ними остается. Черт. Черт, резанули. Так. А вот и босс. Конечно же, следовало бы пойти в сокровищницу, но давайте сразу к боссу. Что делаешь? Паук-то взрывной. А нет. Или же он взорвался от того, что его убил мой глаз. Вполне такое может быть. Так, давайте его убить. Все, готово. Пин. Не было такого, чтобы рядом с пином появлялся какой-то червяк. Так, спокойно. Пин легкий. Как я уже говорил, его можно убить одной бомбой, в принципе, если удачно подставить. Я так делал пару раз в обычном Айзеке, в новом Айзеке я такого не делал. Так, тихо, спокойно. Комната дьявола, ну-ка. А давайте. Померли? Ну и ладно, померли так померли. Что у нас тут? Тролль-бомба. Не круто. Это у нас Тирс. А, нет, Эвил, Рейнж и Шот Спид. Ну ладно, неплохо. Так, кто у нас тут? Так. Хорошо. Паучары. Сейчас мы ищем сокровищницу. Ввиду того, что нету карты, это будет довольно-таки сложно. Ах, твою-то мать, а. Это шутка такая вот сейчас, да? Меня сливают пауки. Это, конечно же, весело, но... Одновременно это печально. Так. Здесь мы были, здесь мы не были. Ну, это что-то надеюсь. Ты меня даже не достреляешь. Так. Раньше паутина заведяла слезы, теперь она этого не делает. Что ж, это радует. Нифига ты уполз. Так, давай-ка поспокойнее. Мне так нравится, как они ногами дрыгают. Дрыг. Быстренько так. Где же у нас сокровищница? Так. Ну, я знаю, пробовал наверху. Я здесь не был. Странно, я немного запутался. А, нет, все, я понял. Где я? Так. Не будем выбивать что-то. Так, малыш-зомби может испускать из себя мух, поэтому он очень хорош, в принципе. Так, спокойно. А вот и сокровищница. У меня как раз один ключик есть. Тирса, хорошо. Что за грибочек? Ну, пойди хороший. Ну, конечно, хороший. А, теперь мы стали маленькими. И, по всей видимости, быстрыми. Ну, не знаю. Может быть, это визуальный эффект, то, что мы стали быстрее. На самом деле, мы просто меньше, и кажется, что мы передвигаемся быстрее. Но на самом деле, как бы объяснить... Вполне возможно, что это такой зрительный обман, вот как это называется.
Айзек, он как бы... А нет, не Айзек, а Синий Малыш. Он стал меньше, ногами стал передвигать быстрее. И кажется, что он движется быстрее. Ну, так. Вот, видите? Две палочки. Вот. Передача занимательная физика. Так. Тема зрительные обманы. Так. В общем-то, нет, на самом-то деле. Это Айзек. О, Супер Ласт. В принципе, ничем не отличается от обычной. Только она оставляет за собой кровавый след. Который наносит... Тирсап, еще один тирсап. Тирс — это хорошо. Как я уже неоднократно заявлял, можно обойтись без серы, без лазеров, да? Но иметь очень высокий дэмэйдж и очень высокий тирс. И просто лудить этими слезами вовсю. Так. Я даже сейчас хотел сказать, что они что, сделали их больше? На самом деле это я меньше, просто я об этом забываю. Так. Ключик надо. Ох, твою мать, вот это было пахнет сейчас. Тихо. Давай, режь. Молодец. Хороший глазик. Давайте тут поаккуратнее. Спокойно. А вот и ключик. Грибочек не выпал. Три монетки? Твою мать, это невыгодно. Хорошо. Казалось. Ну! А. Эта муха атакует, когда нас коцают, вроде как. То есть работает как синяя, но после того, как она нанесет урон. И в отличие от синей, она не умирает и, по-моему, наносит больше урона, чем... Ладно, я надеюсь, этого стоило. Ах да, у нас же 8 жизней, твою мать! Так, хорошо. Но я бы не стал ими разбрасываться. Так, это уже последняя волна идет. Ну, изи-катка, ребята. Хорошо. Кстати, помимо Айзека, еще серия Fallout'а не записалась. Это плохо. Но благо там можно перепройти все. Я перед каждой серией делаю сохранение, на всякий случай. Дабы, если какие-то косяки, можно было бы ее перезаписать. Спокойненько. Так. Вы гниды знаете, почему я вас ненавижу? Потому что вы друг другу урон не наносите. Так, какой-то темный красный. Все выпало сердце, что же это хорошо. Карта совершенно бесполезная в нашем случае. Оу, я забыл, что ты умеешь. Так. Так, зомбик, давай, спускай свой. О, молодец. Ой, упа еще. Ну, ХПАП это хорошо, но где же, мать твою, этот... Сатана? Что, он обиделся на меня? Интересно, ввиду чего? Какого-то боёв с боссами. А, давайте. Тут сейчас будет монстр и Ларри, по-любому. О, нет, блядь, это этот жердяй. Тихо. Спокойно. Не хотелось бы от него помирать. Так, стимуха его постоянно коцает и не умирает, в отличие от синей, как я уже говорил. Я не догадывался. Сейчас все это так и оказалось. В принципе, он, видите, как хорошо. Для меня сейчас главное уворачиваться от его атак и все. В принципе. А так он еще вообще быстро умирает. Готов. Еще один сундук. Ну, нормально, неплохо так. Ого, ребята. Вы, в принципе, не такие злые, однако можете зажать в угол. Так, все, готовы, ребята. Сундучара, так. Давайте попытаем удачу, может... О! Шикарно. Liberty Grip. Он может быть очень хорош. Для синего малыша. Так. Спокойно. Ой-ой-ой. Твою мать! Тихо. Так. Интересно, что у нас там. За этой дверью. Тихо. Вот я вот этих вот... гнид реально ненавижу, они спавнят пауков. Когда их убиваешь, из них вылазит еще один паук. Что? Какая ужасная комната. Глянь-ка, я был еще меньше. Вы, я надеюсь, заметили это. Это было довольно-таки занимательно. Так. Так. Ого, как много. Слушайте, надо в магазин. Что ж. Вполне себе хорошо. Так. Что за таблеточка? Фиговая. Так. Донатим обязательно. Так, спокойно, муха. Я твой дом не трогаю. Так, а что это за проседание FPS? Как вообще в Айзеке? Может проседать FPS. Тем более в новом, который пиксельный. Я понимаю, в старом, который работал, хрен знает как. Хрен знает, через что он работал. Ну а новый-то. Тихо, 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 тихо. Вот эти вот, конечно, новые комнаты. С таким маленьким пространством для боя. Они, конечно же, не радуют. Так, спокойно. Все в двойном экземпляре. Спокойненько. Так. Я не понял, где, собственно, сокровищница? Хорошо. Оу! Извини, парень, не заметил тебя. Так. Вот, конечно, то, что карта вот сбоку, как бы,
И некоторых противников иногда тупо не видно. Можно не заметить камень с крестом. Поэтому это не клево, то что нет отдельного поля для всяческих итемов и карты, собственно. Как это было в предыдущем Айзеке. Стоять. Думаете, я не видел этот крест? Я его увидел. Ох, сколько монеток. Ох, спасибо, какая щедрость. Что у нас тут? Ну твою-то мать. Вы... Ну сейчас я помру. Все. Ну, ладно, ну жизнь просрал просто так. Хорошо. Давайте смотреть босса. Вообще, очень мелкий стал. Так. Ну-ка, кто ты? Кто ты там у нас? Этот парень еще проще, чем Ларри. Делаем вот так. Куда? Куда ты ушел? Ну что ж такое-то, а? Даже бомбы не будет тратить. Ну, хорошо. Да ладно. Крампус, ты не вовремя. Единственное, нормально какого-то дьявола, и сразу же ты. Только как быстро. Хотя бы хороший активный скилл. Это радует. Это на самом-то деле радует. Площадная атака серая, это хорошо. Так, Некрополис. Ой, хороший. А почему у тебя... Почему у его компаньона крылья? Они были всегда? Брелок новый. Стоит ли юзать World? Давайте юзанем. В принципе, пошел правильно. Совершенно бесполезный автомат. Можно было бы ему так, знаете, эти сердца подтолкнуть. Знаете, запихать. Они же мне как бы без надобности, да? А у него как бы так запихал, да, и все. Тихо, ребят, вот. Ты их просто ненавижу. Вот, терпеть не могу. Это дерьмо. Спокойно. Вот не знаю, давайте. Хорошо. Стоит даже жизнью пожертвовать ради пентаграммы. Тем более, если мы выходим вот так вот. Вообще шикарно. Давайте еще вот так вот. Еще убили его, походу. Я надеялся просто взорвать эти черепа, чтобы что-либо выбить. О, шикарно. Так, слушайте, совершенно не помню, что за карта. А, точно. Так. А, хорошо. Мы будем, по идее, видеть, что дают любые пилюли. Эта пилюля херовая. Ну, я бы не перекармливал его. Иначе он оборзеет и скажет, хватит донатить, паренек. Я думаю, это так работает, много донатишь на уровне, и все. Он говорит, иди-ка ты куда подальше. Донатер. Сама игра не любит донат. Воу. Тихо. В принципе, в обычном смысле ничего хорошего быть не должно, но почему бы и нет. Почему бы и нет. Так, вот так вот как-нибудь запихать, да? Ну как? Куда, собственно, дальше идти? Ну, туда. Так. Давайте их займем. Ах ты, говнюк. Так. Ну, не очень-то помогает. Давайте. Посмотрим. Хорошо. Зачем я сюда вообще пошел? Вашу мать. Вот говно, да? Ладно. Вот обменяли одну бомбу на две. Молодцы. Давайте вот так вот. Аренда. Жадина. Маски конченые. Пять. Давайте попытаем удачу. Что у нас тут? По-моему, мамка. Точно. Так. Следовало было ее использовать здесь, это было бы более эпично, но... Ладно. Мне простительно, я сегодня упоров. Что за хрень? А, просто бомбы. Я думал, это активный, который... Ну ладно. Коли так, то хорошо. Оу, тихо. Это было очень неосторожно. Спокойно. Эта же хрень не будет коцать вот эти зеленые штуки. Давайте спокойно так. Воу. Вообще было не круто. Вы что, издеваетесь, что ли, а? Вот машина смерти, а. Тихо. Эта штука не сильно затягивает. Вот нехороший босс. Очень плохой. Нарисовали свою обложку для книги Белиали. Раньше она использовала ту же самую обложку, что и книга Сатаны, Библия Сатаны. А теперь её... Замечательно. Как я без максимального урона буду его валить теперь, я не знаю. Он же почти сдох, падла. Ненавижу его, ненавижу. Да чтоб ты сдох. Осталось немного, все, хорошо. Но нет, комнаты дьявола, почему? Спидап, куда уж спидап-то? Давай. Хоть что-то. Так. Хорошо.
если я завалю барана вот этим айзеком, я буду просто в шоке. Да какого черта здесь делает Локи? Не слишком ли жирно? А тут в качестве босса выпустил. А, ну это комната боев с боссами, неудивительно. Я думал, это просто комната боев. Так, а вот монстру это не круто. Ладно, давай с тобой по-быстренькому так разберемся, да? Да, хорошо сказал. Как это, с монстра 2 по-быстренькому разобраться? Это только если уберут демы какие-то там, я не знаю. Тихо. Тихо. Спокойно. Давайте, мушки, делайте что-нибудь хорошее. А откуда у меня так много сердец? Мне вот интересно. Где ты их успел нафармить? Невнимательный. Ладно. Готов. Без урона даже. Все хорошо. Тут у нас мапка. Так, по завершению комнат какое-то проседание FPS идет. Не знаю, в чем дело. Просто у меня какой-то процесс идет очень сложный. Не знаю, не знаю. Такое ощущение, что видео рендерится. По-моему, эта штука может отравить. Да-да-да, именно так. А это как бы не очень-то важно. Так, давайте подождем и пройдем спокойненько так. Тихо, тихо. Не рычи. Хорошо. Спокойно. Спокойно, херня. Вот. Был бы это первый айзек, я к тебе прошел бы с легкостью. Так, извини, что это за парень? А, вспомнил, они его бьют, он как приманка. Хороший друг, хороший. А давайте рискнем. Блин, крыльев нет, это плохо. Маска, то стоило. Это того не стоит. Тихо. Я считаю, что идти к малому бомжику бесполезно, так как он... Знаете, в принципе, к мамке. Он, в принципе, скорее всего, нам даст ХП. Знаете, как-то поздно его занул. Он, скорее всего, нам даст ХП, а это бесполезно, так как мы потратим 2 ХП. Но туда-обратно. Считайте, невыгодно это, невыгодно. Готово, давайте быстро. Так. Плохо. Ну ладно, хотя бы 2 раза мы еще получим комнату дьявола. Гарантированно. Благодаря вот этому вот рожкам. Кстати, год барана, год сатаны. Ладно, шуточки, шуточки. Оу, тихо. Так. Так. Кто у нас тут? А, пин. Много пинов. Так, хорошо. А вы сливаетесь довольно-таки быстро. Это от того, что я стал сильнее, или вы просто как... ой. Ой, какой-то нехороший. Энви. Так, ненавижу. Словами не вырастить. Слушайте, я уже до утробы дошел, блин. Вот я вот реально, я вот только сел, да? И вот тащу. Какого-то черта. Прошлые 2 раза я еле-еле дошел до... Не вижу ХП, это плохо. Еле-еле дошел до этих двух. Да, собственно, до сатаны. И потом уже до Айзека. Я до них еле дошел. А в этот раз что-то как-то изи идется. Не знаю, может. Ой, спидап. Это зря. Энергия хорошо. Но сейчас юзать не буду. Энергия вообще отличная. А, это все, да? 2 волны, что ли, было, или мне показалось? Наверное, мне показалось. Да, прощай. Святое сердечко подняли. Я его даже не заметил. Так. Как думаете, где босс? Я думаю, что справа. Спокойно. Ты всего один, что ли? О, изи. Монетки бы куда-нибудь деть. Главное сливать бошки. Черт, подери. Хорошие компаньоны у меня. Так, тихо. Сейчас по-любому будет смерть. Или без головы всадник. Слушайте, босс оказался не справа. Это весьма опечаливает. Так, давайте поаккуратнее. Нифига. Херня. Так, где вы прячете босса, а? Это что, на ней XL? Нет, один. Берись. Не знаю, зачем мне ключи, но пускай будут. Долго идем, долго, значит, тут по-любому будет... по-любому тут будет босс, да. Босс, как правило, находится в самой дальней точке от стартовой комнаты. Изи. Считай, тебя уже нет. Сейчас он вылезет? Так. Должен жопой вылезти. Давай, ну что ж ты огорчаешь меня так? Жопой давай вылазь. Давайте вот так завалим.
Что ты жопой-то не влазишь? Поумнел, что ли? Ах ты! Говнюк. Так, хорошо. А, ты задел. Ну, задел, конечно, но не так сильно. Я могу его убить вполне спокойно. Вот сейчас бы я его убил. Когда он... Вот сейчас бы... не вытерпел. Ладно, с кем не бывает. Ну, легкий. В принципе. Да вы издеваетесь, что ли? Где предметы, а? Шача лапка. Да. Вообще, просто победная. Победный сундук такой. Телепортировал меня в ту комнату, в которой я и так нахожусь. Ну, по идее, хп у меня уже довольно-таки много. Хорошо. Давайте вниз. Что-то мне кажется, что босс снизу находится сегодня. Конечно же, я не прав. Но надо же куда-то первым делом идти, верно? Блин, 6 хп. Ну, у меня 7. 7 ударов. Мы сможем выдержать. Что у нас тут? Ха! Ради такого дерьма я не собираюсь рисковать. Так. О! Слушайте, прикольно. Ну давай, что у нас тут? А, ну, блин, туплю. Так, хотел спросить, откуда, собственно, появилась батарейка, а я только что изобрел энергию. Все, готов. Так, мы, по идее, идем к сатане. Ух, давайте! Вот мне вот это вообще не нравится. Не, парень, извини, никак. Ой. Оп, 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 вот так вот, а. Деньги. Деньги мне уже не нужны. Ах ты говнюк. Так, что-то игра сегодня глючит. Не знаю почему. Спокойно, Монстр 2. Я тебя сейчас по-быстренькому завалю, и мы разойдемся по домам, верно? Ну как по домам? Ты помрешь, а я пойду к сатане, который находится у нас внизу. Нехорошие пиявки на самом-то деле. Тихо. Что у нас тут? Давайте. Мусор. Просто мусор. Интересно, как мы будем сражаться с сатаной? Баран, мне кажется, даже попроще, чем сатана. Или нет? На самом деле, я не помню, что он это дает нам, что вообще там. Я помню, что голова и тело, они потом разделяются и живут отдельно. Если голову убить, то тело сходит с ума. И голова также аналогично действует. Так. Вот это я помню. Я не помню, призывает ли он противника. Помню, что стреляет фиолетовыми слезами. Но как именно, не помню. Но стреляет вроде как быстро. Ну ладно, поживем, увидим. Если, конечно, даже доживем до этого момента. Внизу, да? Тихо, спокойно. Не вижу этих пиявок. Вообще, много кого не вижу в Айзеке. Временами самого Айзека. Чума. Я не понимаю, какого черта они приписали к всадникам апокалипсиса всадника без головы. Ну да ладно. Так, сейчас. Да, я красавец вообще. Один раз они, конечно, обманули то, что время увеличили, но больше такая не работает фигня. Я всегда вовремя подкладываю бомбу. Так, давай-ка ты и помрёшь, да? Не успел. Так, вот начался настоящий бой. Вернее, это даже не очень-то настоящий бой. Так. Так, ты как-то помедленнее будешь, поспокойнее, да? Так, у нас 3 удара. Так, хорошо. Вовремя юзанул, вовремя. Так. Ох ты, блин. Ладно, главное, что он мертв. Все, спускаемся вниз. Хотя, в сундук заходим. Заползаем, так сказать. Было бы прикольно, если бы еще и ключ собрал. Но не судьба. Тихо. Че? Неплохо. Тирс, где ты? А, вон ты. 3, а че так мало? Спидап я хавать не буду, как выбросить? Как-то можно выбросить на Alt, что ли, или на... Shift. Не знаю, как это можно выбросить, это я точно знаю. Вот в качестве босса выпадает довольно-таки редко, а вот здесь постоянно. Одна готова, вторая тоже. Хорошо. Ах ты! Вот говно. Ладно. Ой, можно уйти, пожалуйста. Их нельзя! Мать, как в сундуке. Ну, собственно, не удивительно, потому что это аналог сундука. Ладно, как-нибудь с тобой справимся.
Просто на ранних этапах этот босс... А, ну чё, у него хп уменьшено по-любому. Но на самом деле на ранних этапах этот босс меня сливает практически всегда. А если меня сливают на ранних этапах, то это, по идее, на запись не идет. Так. Тихо. Офигеть, три... А, нет, два Фоллина, просто один уже умер. Да, блин, давайте вы как-то поаккуратнее будете. Ну, блин. Ну шо ж такое-то, а? Так, у нас имеются еще жизни. Так что вообще не нужно надеяться, как правило. Ты сейчас там не помер. Хотел сказать, что ты сейчас помрёшь, но... Она выжила. Она, а не он. Так, спокойно. Знаете, я играл в Doom на телефоне. На нокиевском старом. И там был похожий босс. Вот ты не крутой! Но, к сожалению, мне придется. Ого, не знал, что ты умеешь. Так, надо двигаться или... Блин. Ладно, давайте пойдем направо. Вот. Ладно. Ой, ребята. Ох, а как это я сквозь него прошел? Весело. А, маска же. Хотя маска же не работает на противников. Где-то один еще. Ой-ой-ой-ой, 4 монстра, да? Блин, я не знаю, с одним хп вот так вот выживать, это, конечно, жесть. Я бы даже назвал свои сейчас попытки бесполезными. Ну, попытка не пытка, как говорится. Хрен его знает, где сейчас находится. Блин. Зашибись просто. Они там все сдохли, а и заново их придется всех бить. Ладно, скоро это закончится. А, они все на него прыгают, точно. Ну, не все. И не всегда. Хорошо, выпускай свой клуб почаще, зомби, пожалуйста. Ну ёптель-моптель. Не хочу тратить на них серу. Но как-то вас убивать надо. Походу дела меня сольют монстра. Здесь у нас 4 монстра, там у нас 2 этих ублюдка, которых я терпеть не могу. Ну, неудивительно, в принципе. Тут босс не мог быть. Хорошо, давайте попробуем вот этих завалить. Так, тихо. Тихо. Ну вот как? В общем, ладно. Хорошо. Будем продолжать уже в следующей серии, что ж. Айзек на канал возвращается потихонечку. Если вам понравилось видео, ставьте ему лайки, оставляйте комментарии. Смотрите другие прохождения. И удачи вам, ребята.